Кстати, Алексей, а что там с наследством-то? Так, Петь, ты в курсе, кто соучредитель Марьевского парохода? Ну, Петров этот его, директор Лаптев. Кстати, вот его Хонду мы сейчас и догоняем-то. Ну вот, Лаптев бы и унаследовал долю Петрова как соучредитель, если бы сейчас на Кипре не загорал. Так там за рулем не Лаптев, там эта чертова баба Соловьева Шумахер в юбке. Подожди, это Инна Игнатьевна юрист? Да, да весь город знает, что они любовники. Она 10 лет назад с мужем развелась, только Илюха школу закончил. Ёшкин кот, Санта-Барбара какая-то. Что за Илюшка-то? Да Жуков, старпом Дучука. Лёш, осторожно, на повороте. Лёх, я понял. У Дучука Мухтар среагировал на запах Жукова, а не на табак. Ну вот, как говорится, вся семейка в сборе. Спокойно. Ну что, проведем опознание? Ага. Муха. Ага.